Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рай, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Ну что, у нас закончился турнир Лига мастеров 3 звезды. Все-таки я успел урвать этот сладкий кусок. Так, Рафаэль 50 ДНК. И вот, ребята, 75 платиновых. Это самое, как говорится, главное для нас. Так, забираем здесь колоду. Давай-ка мы, наверное, уничтожим все эти лишние ДНК, чтобы они у нас стояли по порядку. А то они стоят как-то в разнобой. Мне это совсем не нравится. Угу. Здесь вроде бы все. Так, в магазине забираем награды. Так, ребят, ну что, у нас откат был, если он происходит в 3 часа, сейчас на моих часах уже почти 5. 2 часа назад. 2 часа назад у нас произошел откат. Ну что, давай посмотрим, как сильно это повлияет на наш буст. Да что с горлом-то опять, ё-моё, простыл что ли? Да, ребят, устул под открытым окном сегодня, а у нас снегопад, видимо, ветер был, мороз. И это вполне мог и простыть, вполне. Так, ну надеюсь, этого не произошло. Ну что, давай массовую, конечно, что тут думать. С массовой атаки вырубаем их всех и, конечно же, продвигаемся дальше. Интересно самому посмотреть, докуда мы сегодня продвинемся. Так, 76-я позиция. Хотелось бы 11-12. Ранг 21-19 у нашего противника. То есть, пока он не сильно подрос. Тоже массовые. Все, ребята, с помощью массовых атак. Пока вырубается. Некогда мне с ними тут теребунькаться. Одного бить, другого жалеть. Так, воин 3 звезды. Смотрим дальше. Так, было 11, во, 12-13. Они даже мне сами уже дали, отлично. Так, ну что у нас тут получается? Уже 4 бойца, радует, уже радует, друзья. То есть кубков уже будет побольше даваться. Хан, хан, давай-ка мне, наверное, выруби Маузера в первую очередь. Тут нет массовых атак, да, у нас? Да, нет массовых атак, к сожалению, поэтому приходится вот... Ёпарас, это серьезно? А если так? Добьешь ты его, хан? Конечно, добьет. Плохо, когда в команде нет массовиков. Тебе приходится вот так вот по одному бомбить. Ну что, мы уже в элите. Ровно 100 ступенек пролетели. И нам дают 12-14. Как-то, ребят, даже немножко странно. Раньше мне приходилось у них выклянчивать, а сейчас они мне это сами поддают. За что им большое спасибо. Так, ну что, поехали. Блин, тут, по-моему, тоже у нас... Нет, есть массовая атака. Давай, наверное, вот этот поджог сделаем. Так, Дуни там выжил. Это так, ненадолго. Буквально на ход ноги. Ну что же у нас? Переходим в элиту, да? Да, ребят, элита 2 звезды. Но тут уже все. Тут уже мы соточку с тобой не берем. 12-14, попробуем найти 13-15. Но что? Вот оно, блин, ребят. А вот теперь попробуй-ка найди еще разок. Твою налево пропустила. 13-15. Блин, а вот теперь, ребята, уже, наверное, и не выпадет нам такой шанс. Есть. Есть. Друзья мои, 5 бойцов у нас. Раз, два, три, четыре, пять. То есть фулл комплект. Но сейчас мы с тобой 100 ступенек вряд ли пролетим. Поэтому у нас затормаживается с тобой проходка. Давай бомбочку туда закинем. И добьем Рокстеди. Пока как-то так. Пока как-то так, друзья мои. Смотрим. Даже 101 ступеньку пролетели. Ничего себе. Ничего себе. 13-16. Ну вы прям, ребята. Игра прям меня... Ладно, не буду ничего говорить, а то сглажу, как всегда.
Рубанем, наверное, Леонардо в первую очередь. Так, надо его добивать, потому что это хил. Теперь массовая атака гидрантом. Массовая атака ультразвук. Есть. То есть на одних массовых атаках мы тут выиграли. Но здесь, друзья мои, да, здесь нам уже не хватает. Здесь мы не дотягиваем. Я, конечно, попробую поискать, но вряд ли нам дадут. Нет, скорее всего, не дадут мне 14-17, поэтому... поэтому придется, вот, хочешь не хочешь, выбирать эту команду. Ну что же, так, массовики есть? Массовики есть. Так, Шреддер пойдет первым. Так, дальше Мондо Гекко бросает свой флакон. Замечательно. Здесь он вырубает их всех. Так, я... Интересно мне сейчас, куда мы попадем. Так, самурая, а местечко 49-е. Так, ну теперь вот должны, по идее, ребят, дать нам 14-17. Есть. То есть, считай, уже минус один поединок, ребят. Уже минус один поединок, потому что мы с тобой протоптались на месте. Но это все из-за того, что мы с тобой не поднялись по рангу. И сейчас такое будет случаться очень-очень часто. Как бы ты этого не хотел, продвигаться быстро, и это не получится. Ты постоянно где-то будешь застревать. Даже не потому, что ты в чем-то виноват, потому что так игра, ребята, захотела. Майки, 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 успокойся. Ну что ты там свои танцы, шманцы, зажиганцы. Угу, и добивка. Так, по идее, сейчас должна быть Лига Самураев 2 звезды. По моим прикидам. Да, а местечко? А местечко 88-е. Не очень, конечно, доброе местечко. 14-18. Раз, два, три, 4. Я, знаешь, что скажу? Что мы практически, ребята, сравниваемся по уровню с нашими противниками. У них уже 45-й, мы там до сих пор 56-57-й с тобой осваиваем. Так, ну-ка. Нормально. Отлично. И... Да куда ты, Крис? Ну успокойся, что ты там делаешь? Это уже тухлый вариант. Он уже давно не канает. Ой, да, только горячий, ребята, кофе спасает. Хотел сказать с утречка, но для меня почти утро, ребят. Для меня утро — это когда я встал. Даже в час ночи, если ты встал, для тебя это утро. Так, ну что, 14... Что там надо было нам? Нам надо было 14-18. 59-й, ну давай возьмем с тобой Донателло еще сюда. Донателло у нас в прошлой серии получил 80-й уровень, да? Нам его еще качать, качать и качать. Ну вот Алапекс почему-то, ребята, ну слабовато она по суперудару. Не знаю, мы прокачаем, конечно, ей по фулке. Посмотрим, как она будет там дальше. А вот Донателло красава. Донателло отжигает. Ну давай дальше-то, поехали. Так, Лига собрала 3 звезды, друзья. 78-я позиция. Так, было 18-14, да? Нам нужно теперь... что, по идее, нам надо? Нам, по идее, надо... 19-15, что ли, или как? Чё-то я совсем запутался. 18-14 у нас было, да? Ну, сам видишь. Ничего не дают мне. Я тогда, ребята, отыгрываю 18-14. Ну, приходится просто-напросто это сделать. Так-с. Замечательно. Так, они все упали. Они все отдохнули. Так, а мы... 28-е место. 15-19 выудили, наконец-то.
Так, 40. Там даже полтинник уже где-то затесался. Так, а у нас это 70-ники, да, получается? То есть начинаем со всех массовых атак. Бомбить их. Это была первая атака. Это вторая. И бурундуки — это третья. Изи. Тем более по пониженной броне, конечно, бурундуки пробьют. Да и хп у них было маловато. Ну вот мы с тобой, друзья мои, в Лиге Сёгунов. Сам понимаешь, да, что нам тут светит, чего нам не светит. Хочу найти, конечно, 16-20. Но почему-то дают только на понижение. Да и рано, наверное, 16-20 мне еще давать, если честно. Ладно, еще разочек. Нет, два разочка. Три. Четыре. Так, можно до бесконечности. Ладно, Тиму возьмем. Возьмем Тиму. Раз, два, три, четыре. Тима, и тут еще один Тима стоит у нас. Так, массовые атаки есть. У караечки. Почти великолепно, сейчас змея карай добьет двоечку. Фига себе, двоечку добьет. Она добила почти всех. Двоечку я. Не, ребят, это хорошо, когда ты рассчитываешь на одно, а получаешь другое. Тут, конечно, спору нет. Ну, какая там, 40-я, наверное, будет позиция. 35-я. Во! Ребят, 15-20. Раз, два, три, четыре, пять. Но дело-то в другом совсем. Бойцы-то у нас заканчиваются, а мы с тобой еще только в Лиге Сёгунов. Одна звезда. Была бы двухзвездочная лига, можно было бы уже на что-то рассчитывать. А тут, тут как бы, наверное, ребята, и не приходится, если честно. Давай запах азарта. С понижением защиты. И железноголовый добивает. Да, он самый медленный, поэтому он самый последний и ходит. Ну что, друзья мои, Лига Сёгунов. Три звезды. Вот и считай, как минимум нужно нам сделать с тобой... Да дофига нужно сделать. Два поединка здесь и три поединка там. Пять поединков еще нужно. Это как минимум. Ребят, это как минимум. Нужно еще пять поединков. По пять бойцов... Ну, не знаю. У меня столько не будет. У меня там от силы, наверное, десяток бойцов всего лишь. А нужно 25. Если 5 поединков по 5, 25 бойцов надо. Как-то так, это потому что нужно еще добраться до Лиги Сёгунов 3 звезды и еще там сделать 2 поединка. А тут, если тогда было 35-е, сейчас 49-е. Понял? Вот. Вот в чем, ребят, загвоздочка. Раз, два, три. Ну да, все уже, шапочный разбор пошел. А мне не хватит этого, ребята, поединка, чтобы перепрыгнуть. Просто не хватит. И я имею в виду в следующую лигу. Ну, в Лигу Мастеров 3 звезды, скажем так. Потому что 49-я позиция, это если мы сейчас берем по 40 ступенек, сейчас где-то 9-8 место будет у нас. Может быть даже 10-е. 5-е. Ну вот, 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 вот именно под конец, ребята, и начинается вот это вот зловредничество. Да? Так происходит всегда. Как всегда, не хватает нам... двух-трех поединков. Но мы с тобой здесь сегодня сфейлились только на одном, ребят. Один раз мы с тобой поединок сфейлили на... Или два. Блин, или два, я уже не помню. Когда мы протоптались на месте. Блин, по-моему, два тоже, да? А так шли просто вообще, ребят, замечательно. Просто великолепно, я даже сказал, шли. Правда, вот не дают они мне почему-то 16-22. Почему-то. Странно.
Ну, я возьму тогда уже, ребят, тут два откатика, фиг с ним. Чтобы фул команда была. Давай, Маузер, у вас тут одних, одних хватит за глаза. Все. Вот, ребята, как-то так. Сколько раз пытаюсь, и все у нас никак вот не получается. Даже здесь, ребята, бы не получилось, потому что еще надо было бы два поединка как минимум. И с этим ничего ты абсолютно не можешь поделать, понимаешь? Макман, тебе бы прокачать бы на седьмую ступень. Твою массовую атаку было бы, наверное, неплохо. Так, ну что, поехали теперь, друзья мои, серию испытаний проходить. Так, мы заканчиваем с тобой второй круг здесь. Уже будем в следующей серии, по-моему, на Шреддера валить. Так, ну давай сделаем бомбочку. И все равно, что замедляшка, не замедляшка, у них все равно, ребята, слишком крутая инициатива. Я замечаю это. Так, еще и застанил. Ну, не застанил, а лишил меня способности применять суперудары. Так, минус Рокзар. Минус Кланфут. Минус еще один Кланфут. Стоят, да, ханорики? Стоят, друзья мои, ханорики. Так, вырубили. Давай, наверное, по щам надаем ему. Вырубим, наверное, на Рокзара все-таки. Так, морозилку хотел сказать. Конечно, змея карай. Все, все, ребят, тут нормально получилось. Вырубили мы этих супостатов. Ну и двигаемся дальше. Так, здесь заберем награду и пойдем прокачивать. У нас по прокачке что идет? О, мутагена хватает. Поэтому Донни получает у нас, даже я скажу, 82 уровень. Единственное, что я слил мутаген. И сейчас, если я даже захочу, например, прокачать у Алапекс, если, конечно, прокачаю, это еще не факт. Так, навыки. О, да тут еще копить надо. Фиг знает сколько. Так, короче, как там вы сказали? Минека, Монако, Муноко. Ну, кошечку, короче, мы эту ищем с тобой. Нам нужно 5 штук. Минаки, по-моему, да? Так, что, 2, 3. Ну, 3. Подери. Так, 4. 5. Подожди, а там точно 6-то надо было? Все, у меня накоплено уже. Давай. Искать эти шляпы с напитками. Да не то, не то, не то. Так, это уже 3 шляпы нашли. Да я смотрю, я вижу, что заканчивается 4 и последний, ребят. 4 шляпа получается. 5, 5 шляп нашли. Ладно, это тоже, ребят, неплохо. Так, ну что, друзья мои, на сегодня получается у нас все. Буст, в принципе, был бы неплохой, если бы у нас бы немножечко, ребята, было бы побольше. Побольше бы персонажей. Вот не хватает персонажа, буквально с десяточек еще. Было бы их столько, мы бы с тобой бы 100% взяли бы уже Лигу Мастеров с одной заходки. А так, так ничего не вышло. Ну, ничего не поделаешь. Так что, друзья мои, на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.